Одним из крупнейших и наиболее известных сервисов для просмотра видео является YouTube, а пользуется он просто колоссальной популярностью по всему земному шару. То есть очень и очень многие люди активно его используют, просматривая видеоролики и совершая разного рода другие действия. Если видео понравилось, ставьте лайк. Тем не менее, в связи с событиями последних трех недель, американская корпорация Google, которая владеет данным сервисом, приняла неожиданное для всех решение, посчитав необходимым сделать так, чтобы данный сервис ушел из России. Начиная с сегодняшнего дня, 10 марта 2022 года, денег в русскоязычной версии данного сервиса более не будет, потому что абсолютно все виды монетизации и контента были отключены целиком и полностью. Все рекламные бюджеты заморожены. Теперь авторы контента не могут зарабатывать деньги на YouTube, так как все виды рекламы были целиком и полностью отключены, продажи разного рода фирменных товаров прекращены, а любые партнерские кампании отключены. Более того, отныне не работают даже подписки премиум и Music Premium, а вести с тем спонсорства, суперчат, суперстикеры и мерч. Таким образом, теперь зрители при всем своем желании не имеют возможности каким-либо образом поддерживать своих любимых авторов, то есть видеоблогеров. Они целиком и полностью лишились всех 100% своего дохода, а единственный способ зарабатывать деньги для всех таких теперь заключается лишь в том, чтобы напрямую договариваться с рекламодателями и встраивать рекламу прямо в YouTube. Если видео понравилось, ставьте лайк.